Сегодня запускаем долгожданное окончание реконструкции развязки на Волоколамке. Сложнейший транспортный узел. Строители молодцы. Сдали его досрочно, практически на год вперед. Развязка на Волоколамке позволила расширить узкое место и на МКАДе, и на подъездных дорогах. В целом улучшилась ситуация процентов на 20. Это повлияло на транспортную доступность 5 районов Москвы и Красногорска. Всего около 1 000 000 человек проживает в этом районе, в этом направлении.